Ленок? Прикинь, опять всегда. А чир? Сит. Чир? А нет, ленок. Таймень, хозяин рек. Опускаем. Таймешонка. Давай, дорогой. Лови. Больше попадайся. Вау, вау. Стрела. Ребята, вот такая красота приходит на ум. Ёжик, ёсать, лошадь. Ленка вытащил, а? Ленок? Ты где? Ну тут и ивняк пошел. Бок у нас находится. Вот такой туман. Ну и все, выли. Джек пришел. Джеки. Ну тут сопка выгоревшего леса. Либо тля прошла, или пожар. Что-то темное, похоже, пожар. Сопка, вы посмотрите, какой кедрач. Вместо Федоровича и полностью кедрач идет. Кедрач. И упирается в пьяную сопку. Пьяная она, потому что у него багульник, он имеет свойство пьянить, когда у него цветет. Пушка какая, у кедра лапистая, да? Вот он когда плодоносит, сразу, наверное, два крапивных мешка, шишки. А Мишка, вот он пересекал вот эту местность, на остров зачем-то прилез. Ну, не знаю, что он его там заставлял. То ли он рыбачил, то ли что. Это остается загадкой.